upp så vi följer efter pilar. Snackar inte tur, men säger inte på tur. Det går skitsnabbt. Jag kommer från bunnen och det jag gjorde jag gör för. Добрый вечер всем, кто решил провести время на футболе. На комментаторских позициях все без изменений. Сегодня для вас работают Георгий Черданцев и отличный футболист в недалеком прошлом Константин Генич. Что-то подсказывает мне, что матч сегодня будет отличный. На стадионе сегодня аншлаг, свободных мест нет, билеты найти было практически нереально. Игра сегодня пойдет что надо. Все спокойно, мяч прямо к вратарю летит. Станкевичус. Карасо. Пас перехвачен. Браво. Аршавин. Есть вариант для паса. И вратарь забирает этот мяч. Вот так мяч переходит к сопернику. Ба. Браво. Тотти. По мнению лайнсмена, вне игры находился нападающий. Но не знаю, мне так не показалось. Мяч переходит к сопернику. Вот так надо играть в отборе. Барри.
Дальше мяч не идет. Перехват. Из-за боковой мяч будут вводить в игру. Барри. На угловой мяч выбивает. Лучше сыграть надежнее. Решили коротким пасом разыграть этот угловой. Они без проблем, вратарь забирает себе мяч. Плохо сыграно, мяч потерян. Мяч не уходит за линию, хорошо сыграно. Вот, навязывают ему борьбу. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Аршавин. Браво. Браво. Тотти. Хороший вынос мяча из штрафной. И мяч в воздухе после такого выноса. В атаку пошли Джуниор. Аут будет. Играют они в пас. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Хорошо в прессинге играет соперник. Теряют они мяч. Здорово он в отборе сыграл. Будет аут. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Рикошет и будет аут. Аршавин. Очень хороший перехват он сделал сейчас. И как он дальше мячом распорядится? Угловой нужно подавать. И это возможность для них выйти вперед. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Мимо ворот удар этот прошел. А мне кажется, видел он мяч уже в воротах, но мяч пролетел выше перекладин. Мяч теперь будет у соперника. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Просто невообразимо вратарь сыграл. Ты видел такое, а? Невероятное спасение сейчас сделал. В центр штрафной пошел мяч. И ничего опасного здесь. И мяч перехвачен. Одна минута добавлена к основному времени матча. Месси. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Ты знаешь, я очень хочу верить...
Второй тайм начался. Ба. Аршавин. Оставили они без мяча соперника и сейчас пытаются разыграть доверного свое владение. И мяч снова у них. Отдает он передачу. Хороший пас. Что тут получится? Хорошо защита играет. Великолепен защитник сейчас. Спас команду он этим действием. Аршавин. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Мягче надо бить по мячу. Барри. Отлично в отборе сыграно. Аут. Мяч на угловой уходит, был рикошет. Болельщики приветствуют этот угловой. Еще бы, давно их команда не имела моментов забить. Решили коротким пасом разыграть этот угловой. Не получилось тут толком мяч выбить. Барри! Отличный сейв вратаря. Плохой пас, мяч перехвачен. Играют они в пас. И пас перехвачен. Барри. И будет аут сейчас. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. 30 минут играть осталось. Неплохой заброс вперед. Теперь соперник будет с мячом. Пас на ход, может быть, интересно. Все, этот эпизод закончен. Мяч не пошел дальше, удар заблокирован. Отличный момент есть. Мяч у вратаря, все в порядке. Перехвачен мяч, отличный высокий прессинг. Вот это опасно может быть, ошибается оборона здесь. Очень вовремя защитник играет на вынос. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Браво. Аршавин. Основное время истекает через 20 минут. Атака продолжается. Много вариантов впереди. Вне игры оказывается команда. Перехват. Дальше мяч не пошел. Тотти. И пас перехвачен. Фанаты Ливерпуля сегодня рассчитывают исключительно на победу. Немного точности не хватило этой передачи. Мяч уходит в аут. Ба. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается.
Оставили они без мяча соперника и сейчас пытаются разыграть до верного свое владение. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Играет в пас команда. Тотти. Навес напрашивается. Если они хотят сегодня победить, то надо реализовать этот угловой. В центр штрафной мяч направлен. Ничего опасного, здесь мяч выносит. Защитник прерывает эту верховую передачу. Соперники сохраняют баланс на табло, но есть еще немного времени, чтобы его поколебать. Высоко играют сейчас, и мяч перехватили. Вот это да! Отлично сыграно! Выбивает он мяч, будет угловой. Решили коротким пасом разыграть этот угловой. Они... Отлично защитник играет. Играют они в пас. Уверен, он сыграл сейчас. Тотти. Есть момент, чтобы вырвать победу. Поточнее бы сыграть сейчас. Подача, мяч летит в штрафную. Вратарь легко отражает атаку. Но это был не удар. Так, ударчик. Свисток арбитра означает окончание основного времени матча. Счет ничейный, и мы ждем дополнительное время.